Всех снова приветствую на своем канале. Сегодня получил новую посылку. Это вот такой зеленый вертолет. Называется Valtoise 955. Это четырехканальный вертолет. Бесслабарная система у нас здесь. Вот такой вот модный пульт управления, как у квадрокоптера V-222 был, да? Вот, поэтому я предлагаю сейчас приступить к распаковке, посмотреть, что внутри, что входит в комплектацию, и попробовать его завести все-таки. Приступим. Так, ну для начала мы найдем дверь. Дверь я нашел. Находится вот здесь. У вертолета 4 канала, так что летать вверх ногами он не может. Поэтому... секунду. Так, и сразу вытаскиваем инструкцию. Инструкция есть уже хорошо к модели 955. Опять применяем супер прибор. Все спрашивают, где купить, где купить. На Хобби Кинге можно купить. Я думаю, на Алиэкспрессе можно другие посмотреть. С Хобби Кинга дорого тащить один такой скальпель. Так. Вот такой вот модный пульт управления. Да, мы его с вами недавно видели. Отличается он у нас. Тук-тук-тук. Вот здесь вот моды немного по-другому стоят. И здесь у нас переключатели. То есть здесь будет hold on. Или как там называется, все забыл уже. 6 channel. То есть этот у нас пульт подходит к 922, 933, 944 и 955 модели. Везде одинаковые. В комплекте мы имеем 2 вот таких вот огроменных аккумулятора. Смешные. Провод. Пока не знаю для чего. Наборчик запчастей. Хвостовой винт. Основные лопасти 2. И так по мелочи там. Тяги всякие прочие. А, вот сюда провод у нас вставляется. В зарядочку все заряжается. Интересно, значит, зарядка у нас заряжает данные аккумуляторы вот так вот, сюда вставляем. А сюда от больших моделей, скорее всего, вставляются аккумуляторы. Там подписаны другие немного эти разъемчики. Так, ну, как хорошо все без всяких там этих зацеплений, ничего не надо отцеплять. Так. Что мы имеем? Сейчас мы конопушку снимем. Конопушка. Зеленый, прикольный. Так, ну что здесь? Коллекторный моторчик у нас стоит. Здесь у нас 3 таких моторчика. Нет, 2 моторчика отвечают за положение тарелки. И все. Одна основная шестерня. Задний коллекторный моторчик отдельно. То есть просто питается от проводов. Платка сама. Антенка торчащая. И, наверное, все. Так что сейчас пойду за батарейками. Опять забыл их. Здесь у нас надо 4 пальчиковых. И сейчас запустим. В общем, очередная китайская аппаратура, с которой пришлось немного повозиться. Короче, контакты опять здесь не достают. Приходится вот так вот батарейки поджимать. Вот. Не очень удобное дело. И только потом все это дело завелось. Так, значит, давайте попробуем. Сейчас конопушку оденем. Пробуем это дело завести. Так. Одна есть. Вторая есть. Так, берем аккум. Как вставляется, понятия не имею. Наверное, так вот. Инструкцию не смотрим. Так. Контакт есть. Лампочка загорелась.
тык-тык-тык-тык-тык. Пощелкал у нас. Сервы жужжат наши. Сейчас мы приблизим тебя. Да, он работает. Уже хорошо, сейчас хвостик проверим. Так, не улетел. Эти работают. Так. Все, вроде работает. Взлетать не буду, потому что сейчас к вертолетику надо привыкнуть немного. Шумящий какой. Слышно? Потрескивают. То есть, ну, это нормальная ситуация, что они там ходят, вот эти микроны. Сейчас мы его отключим. Поэтому привыкну, полетаю, сделаю обзорчик, поврезаюсь, попадаю, посмотрим его крашеустойчивость. И придется вспомнить свои вертолетные навыки. Давненько не летал на вертолетах уже. Поэтому на сегодня все. Ждем новых обзоров и новых посылок интересных. Всем пока!